Ядро велотрека заполнилось спортсменами в белых кимоно. И эти ребята разыгрывают награды крупного всероссийского турнира по карате «Кубок Триумф». На 500 участников 200 медалей. Повезет не всем. Пьедестал почета ждет традиционно лучших из лучших. Исходя из того, что 3 августа предыдущего года было принято принципиальное решение о том, что мы олимпийский вид спорта, на следующий олимпийский цикл, уровень спортсменов и тренеров, и желание людей уже побеждать, естественно, растет. И от этого зависит то, что конкуренция растет, потому что здесь больше регионов представлено, чем было на предыдущих соревнованиях. И это позволяет уже достойно конкуренцию организовывать. Конкуренция высокая во всех возрастах. Омский кубок «Триумф» входит в календарный план Федерации карате России. Именно поэтому интерес к нему высок. В этом году состязания разделили на 2 турнира – всероссийской категории «Кубок Триумф» и межрегиональной «Юность Триумф». Хорошая история создана именно в нашем регионе. Хорошие традиции. Это позволяет нам заявлять о себе на уровне Федерации карате России. И мы как бы своей работой, наверное, на протяжении уже 15 лет и определенных уже завоеванных позиций имеем право и возможность проводить такие статусные соревнования. Непередаваемые ощущения у соревнующихся спортсменов захлестывают эмоции тренеров и родителей. Они также волнуются, а возможно и в разы больше, ведь выступление ребенка – это коллективная работа. Я помню свой первое соревнование, первый бой, хоть сама на татами беги. И вот это ощущение, оно не проходит. Потому что ты волнуешься, самое главное, чтобы травмы не было. А если дети, конечно, уже испытали чувство успеха, и кроме первого места их не интересует, они расстраиваются, ты вместе с ними расстраиваешься, ты вместе с ними радуешься. Это вообще замечательно. И этот вид спорта, ну, может быть, как и все остальные, они очень сплачивают и родителей, и детей. Поэтому замечательный вид спорта. Финальные поединки всегда самые зрелищные. И здесь уже включаются не только сила, ловкость и выносливость, но еще и мышление. Вот где начинается стратегия. Победителем с ковра выходит тот спортсмен, кто сумел применить все свои навыки в нужном месте и в нужное время. Я очень волновался перед боем, но когда я вышел на бой, у меня все эмоции как будто пропали, и я начал делать установку тренера и выиграл. По итогам 2 дней соревнований омичам удалось завоевать 66 наград. В медальном зачете всероссийских соревнований «Кубок Триумф» наша команда оказалась на 3-м месте. В копилке ребят 7 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых наград. По общему количеству медалей наша сборная уступила лидерство Новосибирской области. Гости увозят 37 наград, а мячи оставляют дома 35.